Полузащитник «Волги» Ильдар Бекчентаев благодарит болельщиков за поддержку. В свою очередь фанаты скандируют «спасибо» в адрес футболиста и его партнеров по команде. Несколько секунд назад прозвучал финальный свисток главного матча нынешнего сезона. В 1/16 финала Кубка России «Волга» впервые за несколько лет принимала клуб премьер-лиги. На такую игру настраивались, как на последний бой, и я думаю, все силы отдали лишь для того, чтобы выиграть. Этих сил понадобилось действительно очень много. В день игры с самого утра в Ульяновске зарядил дождь. По-настоящему осенний, нудный, непрекращающийся. Возможно, именно он отпугнул часть болельщиков. Но настоящие ценители футбола практически полностью заполнили трибуны стадиона «Старт». Билеты уже давно были куплены, и дома оставаться было. Хотелось поддержать, вот, именно вживую посмотреть. Осенняя погода, ну куда деваться? Погода не бывает плохой. Ждем яркой игры от футбольного клуба «Волга». Надеемся на положительный результат. Ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Зенит» и даже не возмутитель спокойствия прошлого сезона «Ростов». А пермский «Амкар» достался «Волге» после 4 кубковых побед. Крепкий середняк премьер-лиги. Звезд с неба не хватает и в чемпионате пока не разжился медалями. Но после прихода на тренерский мостик знаменитого Гаджи Гаджиева уже претендует на Еврокубки. После 7 туров чемпионата страны закрепился в квартете лидеров премьер-лиги и дышит в спину грандам российского футбола. Команда, которая в прошлом году дошла до полуфинала Кубка, заслуживает уважения с нашей стороны. Мы отнеслись серьезно, посмотрели игру с Грозным, где соперник проявил волевые качества и выиграл игру, очень достойно выглядел. «Амкар», в свою очередь, также серьезно изучил «Волгу». В первую очередь по матчу с «Соколом». Но тогда волжане играли в идеальную футбольную погоду. На сей раз дождь превратил поле стадиона «Старт» в одну большую лужу. В некоторых местах воды было по щиколотку. Комбинационный футбол отошел на второй план. На первый вышла борьба, борьба и еще раз борьба. В такой погоде тяжело было играть, потому что образовались лужи. Целый день шел дождь. И поэтому тут как такового футбола не получилось. Была борьба. Но даже в таких суровых погодных условиях «Волга» в основное и дополнительное время была ближе к успеху, чем соперник. Чего только стоит удар Георгия Заикина на исходе второго большого тайма. Лишь отчаянный бросок голкипера Дмитрия Хомича помешал голу. На этом, правда, подвиги стражи пермских ворот не завершились. После нулевой ничьи в серии 11-метровых послематчевых ударов он не позволил забить Даниилу Наговицыну и Радику Хайрулову и вывел свою команду в 1/8 финала Кубка России. Вратарь «Волги» Константин Баранов не отразил ни один из 4 ударов, поэтому после игры горевал больше всех. Такая игра, может быть, раз в жизни она быть. Ну, было очень обидно. Еще в серии пенальти, когда это шансы 50-50 у команды на выигрыш. То есть это очень сильно обидно было. Переосмыслить случившееся и собраться новыми силами, чтобы снова вернуться в свой чемпионат второго дивизиона. На это у «Волги» будет 10 дней. 2 октября на выезде она сыграет против клуба «Челябинск». Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».